Ну что, соскучились? Чуть-чуть, да? Ну поехали. Живет в особняке он на Рублевке. Дизайнерская вилла на Майорке. Летает в выходные за границу. Монако, Вена, Канны, Ницца. Коллекция картин, как у музея. Харлей, машины, яхты, самолеты. Работает себя, он не жалея. Вокруг политики и кинозвезды. Коррупция! На всех этапах нашей жизни, но так нельзя. Жена и дети, бизнесмены ему твердят. Уже Навальный нас заметил, ходить в царях. Пока не слышен звук сирены. О чем реально он мечтает, как все откаты в Лондон отправляет. Он радуется, что он не в Китае, ведь там за это руки отрубают. В ритузах дома ходит обычный ведь мужик, а на работе пилит весь бюджет. И умники намочит, такой весь правильный, за шефом повторяет правильно. Ху! Коррупция! Это жена и теща с братом, а он бедняк. От госбюджета треснет морда. Коррупция! Рано или поздно это закончится, поверьте. Коррупция на всех этапах нашей жизни, но так нельзя. Чтоб жена и дети, бизнесмены. Коррупция! На камеру, вы поймите, все реально плохо в стране. Мы приходим ни с чем и уйдем ни с чем. Одумайтесь! Для вас пел Саркис Эдвардс. Адиос.